Рождение ребенка – это всегда настоящее чудо, но бывают случаи, когда на свет появляются действительно уникальные дети. Дин Дюрант и Элисон Спунер – это необычная пара из Англии. Супруги, которые обожают друг друга, принадлежат к разным расам. Дин имеет африканское происхождение, у мужчины темные волосы и смуглое лицо. У его жены Элисон белая кожа, голубые глаза, яркие рыжие волосы. Сложно представить более разительно отличающихся друг от друга супругов, но самое интересное, что гены Элисон и Дина удивительным образом соединились, когда они зачали двойняшек. Когда супруги узнали о скором пополнении их семейства, они и представить не могли, какие дети у них появятся. Дин и Элисон надеялись, что двойняшки будут похожи и на маму, и на папу. Но реальность превзошла все их ожидания. Когда родители увидели новорожденных, они просто не могли поверить своим глазам. Близняшки Лора и Хейли оказались совершенно непохожими друг на друга. Одна девочка унаследовала от мамы светлую кожу и голубые глаза, другая же была как две капли воды похожа на папу. Оказалось, что рождение таких разных малышек считается очень редким явлением. Согласно статистике, вероятность появления двухрасовых близнецов составляет 1 к 500. Родители обожали своих таких разных малышек, старались окружить их любовью и заботой. Но взросление близняшек не было легким. Одноклассники сомневались, что Лора и Хейли – настоящие сестры, постоянно спрашивали у девочек, почему они такие разные. Девочкам постоянно приходилось защищаться от нападков школьников, что сильно сблизило их между собой. Эта история покажется еще более необычной, когда вы узнаете ее продолжение. Дело в том, что через несколько лет после рождения близняшек Элисон пошла к врачу, который сообщил ей радостную новость. Оказалось, что женщина снова беременна, причем опять двойней. Элисон и Дин были счастливы. Они с нетерпением ожидали, какими окажутся новорожденные, ведь было невозможно предсказать, как будут выглядеть малыши. Элисон рожала на 37-й неделе беременности, что было связано с неправильным расположением детей в утробе матери. После появления на свет новорожденные были доставлены в реанимацию для проведения мероприятий по их спасению. Получается, что мама не смогла посмотреть на только что родившихся малышей. К счастью, врачам удалось спасти новорожденных. Элисон не терпелась посмотреть на своих детей. Когда мама взяла на руки малюток, то просто не могла поверить своим глазам. Только представьте, Элисон снова родила двухрасовых близнецов, и это опять были прекрасные девочки. У Ли были светлые волосы и глаза, а Мия повторила черты и цвет лица своего отца. Врачи, которые узнавали об этом случае, не понимали, как такое возможно. Даже родить двойняшек два раза подряд – это уникально, а появление на свет двухрасовых близнецов – это просто чудо. Причем Элисон повторила его дважды. По мнению генетиков, вероятность такого события составляет 1 к миллиону. Девочки в семье Элисон и Дина растут счастливыми и очень сплоченными. Лора и Хейли помогают воспитывать Мию и Лию, а те, в свою очередь, восхищаются старшими сестрами. Между близняшками очень тесная связь, они понимают и чувствуют друг друга даже на расстоянии. Лия говорит, что очень похожа по характеру на свою сестру Мию, хотя они и сильно отличаются внешне. Мир постоянно опровергает теорию относительности, ведь в жизни так часто происходят события, которые кажутся просто невероятными. Произойти может даже то, что сложно представить и вообразить. Совершенно точно можно сказать, что жизнь – удивительный автор самых фантастических историй. На этом все, друзья. Делитесь этим необычным видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!